что, батенька, устал? Всем доброго здоровья. Увидел коня, срочно давай быстрее делать новую загородку. Расширяться. А вдруг конь придет? А у меня ничего нет. Новый манеж. Ипподром такой маленький. Фух, на самом деле это делаю расширение для свиней. Самая простая технология разработки земли, пока мною еще не запатентовано, это делаешь ограду, открываешь, и они тут все прям весьма естественным образом, с двойной пользой, то есть для тебя и для них, очень хорошо разрывают. Вот так. Так что потихонечку делаем доски, надеюсь, у меня найдутся. Вот, а пока делаем, тут может быть коня поймаем, кстати, где он? Я там два ведра приготовил. Да, он на месте. С водой, он так потихонечку идет. Может быть, ему скучно, может, пить хочет, не знаю. Ну, сейчас посмотрим. Так, вот наши, да, нанотехнологии. Я делаю самого простого варианта, вот почему кленовые столбушки, потому что... А ямка как появилась? Я сам, ну, копаю так. Просто лопатой? Да, просто лопатой. Почему кленовый? Потому что не жалко в это. Это вот, ну, временно постоит, года 2-3, там оно потом сгниет. Потом уже что-то другое сделают. Вот. Ну, так, как это, более нормально, там, железный или как-то. А так, чтобы вот разработать землю, вот это же как бы под будущий там огород, не знаю, палисадник, может, еще что-то, не знаю. Вот. А тут земля уже будет спахана. Трактором сюда уже не подъедешь, тут уже непонятно как. Ну, а вот вариант, а может быть, потом я здесь свиней уже не буду держать, и уже ты их сюда никак не приведешь. Вот. А так, пока вот есть возможность. Потом, если этот забор не нужен, будет просто все это, ну, выкорчевал, убрал и все. Поставил новый. Поэтому пользуюсь времянкой бесплатной. Напилил клен. Клен у нас как бы, ну, как зараза такая, его можно пилить сколько угодно. Не жалко. Небольшая реклама. Раньше, когда я пил простую воду, то работал не очень. А сейчас я пью березовый, точнее квас на березовом соке. Солод, изюм, медовые соты. Еще стал добавлять за место сахара медовую воду. Вот, вообще прекрасно, просто невероятно. Слава Богу, но в этом году как бы немножко, ну, сока березового. Не стал много бутылей делать как-то вот, а сделал это немножко по другой технологии, и медовую воду добавил, вообще прекрасно. Думаю, слава тебе, Господи, надо было больше ставить. Ну, может, в следующем году доживем, сделаю. Потеряевский квас. Чувствую, что живешь. Так, там вот у нас сосед наш дорогой помог нам вспахать. У нас самые демократичные цены. Демократичные цены. Это как бы не такого очень... уже нигде нету. Да, не буду говорить. Почем. Так, вон коняшка. Интересно, убежит, нет? Ну, он понимает, что я его не догоню. Что ж, я далеко. Тут еще каналы. У деревни эта травка вкуснее. Конек не уходит. Конек-горбунек. Портит нам посевы. Да-да, про тебя говорим. Лошадка.